Еще нет. Тогда мы с вами еще поговорим. А, слушай, вот, да. Давайте тогда подождите. Я тут вообще, мы же все опять же про любовь. И я очень-очень люблю этот зал. Я очень люблю людей, которые здесь работают. Здесь проходит очень много концертов, и мне хотелось бы сейчас чуть-чуть рассказать про предстоящие концерты, которые здесь будут проходить. По крайней мере, где я буду участвовать, или хотя бы про которые я слышал. 23 ноября здесь будет такое шоу формата, даже не знаю, как сказать. Я играю вместе с замечательным инструментом гусли звончатые. У меня есть целый ансамбль. Здесь разные совершенно... Причем это академические гусли. Вот, три прекрасных, великолепных девушки. И мы два великолепных юноши, их поддерживаем. В общем, ансамбль гуди гораздо. Будут всякие разные народные мелодии, мировые мелодии. В общем, такое будет музыкальное путешествие. Приходите, 23 ноября. 25-го, если я не ошибаюсь, 25-го здесь, Антон, не ошибаюсь, здесь будет проходить концерт, сборный концерт по песням великого русского шансонье Бориса Гребенщикова. Вот, поэтому состав участников и так далее смотрите на сайте, но, по крайней мере, если вы любите песни БГ и если вы... Это не его музыка. Это Александр Вавилов. Но песня-то его. И песня, а слова Александра Хвостенко. А песня его. Волохонский, да, прости. А слушайте, это как в том анекдоте, да, что музыка не Кисина, слова Куджавы, а песня Визбора, да? Так, слова народные. Исполняет автор. 26 числа здесь будет проходить, Антон, напомни, концерт. Ага, да, концерт, где, в общем, как вы знаете, что многие песни композиторы, ну ладно, так сказать, вольно обращаются с поэтическим материалом. Режут его, калечат, переделывают и так далее. И вот у Антона была такая идея спеть эти песни так, как если бы автор написал музыку, но совершенно не трогал слова. И вот здесь будет, опять же, это сборный концерт, в нем будет участвовать много хороших людей. Так сказать, это для любителей авторской песни, для любителей хорошей поэзии и для любителей, ну, в каком-то смысле, докопаться до истины, а как оно было в начале. Вечер очень длинных песен, договорились. Не приходи. Прости, Антон сам напросился. Так, и 27 числа здесь будет еще один сборный концерт, который собирает Аля. Ее идеи по поводу сбора людей, тематических концертов и, самое главное, музыкального наполнения этих концертов меня периодически повергают в шок и ужас, или в шок и трепет, ну, я не знаю, как сказать. Но, тем не менее, я очень люблю это дело, потому что всегда очень любопытно, а как оно все там вывернет. В общем, 27 числа здесь будет сборный концерт. Опять же, много хороших людей здесь будет участвовать. Про полеты и инопланетян. Что бы это ни значило. Аль, прости, я как за что купил, зато продал. Вот, поэтому, если кто-то хочет полетать хотя бы на словах... Это было не начало первого, второго отделения, нет. Но мы подумаем над этим. Интересно, а вот этот персонаж инопланетянин? Конечно, конечно. Я тебе потом расскажу. Так вот, собственно, о чем мы сейчас будем петь. А вот сейчас мы продолжаем петь про любовь.